Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и нынешний глава Одесской области Украины, вновь обвинил Киев в том, что тот погряз в коррупции. Из-за этого страна, по его словам, ежегодно теряет по 5 миллиардов долларов. Виноваты во всем, по словам Саакашвили, олигархи, депутаты и кабинет министров во главе с премьером Яценюком. Ему правительство принимает любые решения. Подписывает Яценюк, все подписывает. Реально, рука руку моет. В этом участвует и Нацбанк, и правительство во главе с премьер-министром. И эти депутаты, которые сейчас уже не депутат, но выгораются, их партийные квоты, боссы. А значит, вот, не дано было что, терять бюджет Украины после предприятия. Реакция Яценюка на прозвучавшее обвинение пока неизвестна. Украинский премьер занят подготовкой к встрече с вице-президентом США Джозефом Байденом, который в очередной раз прибыл в Киев. Сегодня у него также запланированы переговоры с президентом Порошенко. А накануне он побеседовал с мэром Киева Виталием Кличко. И почему-то именно его заверил в том, что США в обозримом будущем не будут снимать антироссийские санкции. Это уже пятый визит Байдена на Украину. Во время прошлых поездок, напомню, гость вел себя практически как хозяин. На переговорах занимал место во главе стола, так что между государственные консультации превращались практически в рабочие совещания.